Тукай оставил нам не только прекрасное поэтическое наследие. Его литературно-критические статьи, посвященные народному творчеству, проблемам драматургии, дают право называть Габдулла Тукая первым татарским театроведом. Этому будет посвящен новый музейный комплекс, расположившийся в самом сердце Казани. Мы сейчас находимся в здании, одном из памятных для тукаеведения, для сохранения памяти Тукая мест в Казани. Помещение бывшего восточного клуба, клуба «Шар-клуба», где играли свои спектакли труппа «Саяр», первая татарская труппа «Саяр», куда часто наведывался Тукай, потому что он здесь жил буквально в нескольких шагах в номерах «Булгар». Тукай глубоко понимал суть театра, его роль в жизни народа. День рождения великого поэта – отличный повод вспомнить, с чего все начиналось. У истоков профессионального театра стояла молодежная труппа «Саяр». Название это, кстати, предложил именно Тукай. Через некоторое время здесь будет расположена, будет оснащена мультимедийная интерактивная экспозиция, посвященная истории татарского театра. Вот. Пока здесь ведутся работы, пока по укомплектации этой экспозиции. Тукай был непременным участником театральных представлений и даже автором многих сценариев. Давая характеристику нового для татар-мусульман вида искусства, Тукай опровергает религиозные предрассудки. Дескать, при одном хлопке рождается дюжина чертей. Дорожил Тукай и творчеством первой татарской артистки Гизатуллиной Волжской, внесшей романтическое направление в родной театр. Наше большое желание именно знакомиться не только с, ну что ли, с историей возникновения первых шагов татарского театра, но наше желание еще познакомиться с этой вот средой, потому что была уникальная совершенно городская культурная среда. Вот это вот сенной рынок здесь за нами расположен был, и сейчас там воссоздаются тоже какие-то здания, что-то ремонтируется, что-то, значит, новодела какие-то восстанавливаются, потому что очень много было, к сожалению, утеряно в 90-е годы, в нулевые годы. Роль Тукая в истории нашего национального театра неоценима. Роль классика в неприходящей ценности сделанного им –